Всем привет! Рада видеть вас на моем канале. Сегодня я хочу вам рассказать о своих любимых англоязычных блогерах. Некоторых из них вы точно знаете, некоторых вы можете не знать, и надеюсь, что те, кого вы не знаете, покажутся вам интересными. Итак, давайте начнем. Первый блогер, о котором я хочу рассказать, это Андрея с канала Andrea's Choice. Я наткнулась на нее совершенно случайно в рекомендациях канала Bethany Mota, и она просто обрушилась на меня своим низким, в хорошем смысле, голосом, своей какой-то просто потрясающей, экстраординарной экзотической красотой и своей невероятной харизмой. Это девушка, которая живет в Калифорнии, и делает она видео в основном про макияжи, про покупки и также видео do it yourself. Но она настолько необычная, она действительно настолько экзотически красивая и настолько харизматичная, что она просто меня засосала в свой канал и до сих пор меня не отпускает такое вот большое впечатление от ее канала. У нее действительно очень классные видео, очень классный монтаж, и я советую вам зайти на ее канал и посмотреть цикл, который называется Back to School, а также очень симпатичный макияж Льва на Хэллоуин. Конечно, Хэллоуин уже прошел 2 недели как, но все равно это видео заслуживает того, чтобы вы его посмотрели. Второй блогер, о котором я хочу вам рассказать, это Уэйн с канала Goss Makeup Artist. Уэйн уже более 15 лет работает в сфере мейкапа, и да, это мужчина. Он рассказывает про макияжи, про косметику. Мне, кстати, очень нравятся его потрясающие честные обзоры на косметику, когда он действительно чувствуется, что человек честно рассказывает о косметике, честно дает ей свою оценку. Также он показывает макияжи на моделях и часто за неимением моделей на себе. И мне кажется, это выглядит достаточно забавно, потому что у него такая достаточно брутальная внешность. Но самое главное, что меня подкупает в его канале, это его большой профессионализм. Он действительно дает очень полезные советы по макияжу. Я советую вам зайти на его канал и посмотреть видео, например, как делать смоки айс для разных типов глаз. Следующего блогера, которого я люблю, знают все, это Ингрид Нильсен с канала Miss Glamourace. Я не знаю, как описать ее канал, это и макияж, и рецепты, и do it yourself, и стиль, и вообще все. Мне кажется, что Ингрид сейчас это именно тот флагман, за которым вообще движется все направление бьюти на YouTube. И если вы еще не видели Ингрид, я просто не знаю, как такое возможно, но если это так, обязательно зайдите на ее канал, подпишитесь, и это реально... Это, наверное, топ-3 точно из всех каналов о красоте на YouTube. Обязательно посмотрите. Кстати говоря, мои любимые видео на данный момент с канала Ингрид – это My Travel Routine и Lazy Sign Day in New York City. Обязательно посмотрите их. И четвертый блогер, про которого я вам хочу рассказать, это просто что-то. Это был шок для меня, когда я нашла ее канал. Я была удивлена, как я раньше нигде не видела ее роликов. Это Алексис Флеминг, ее канал Mad Eye Look. Это просто невероятно. Она делает не макияжи, она делает перевоплощение в каких-то героев. Чаще всего это герои видеоигр или фильмов, и в основном это все ужастики. Но то, как она это делает, это не макияжи, это настоящее искусство. И, кстати говоря, большинство блогеров, которые делают макияжи к Хэллоуину, берут идеи именно у нее. Обязательно зайдите и посмотрите хотя бы один ролик. Мои любимые ролики на данный момент – это комик-бук «Makeup Tutorial» и также «Чеширский кот» из игры «American Magi Alice». Это просто потрясающе. Обязательно зайдите и посмотрите. Следующий блогер, о котором я хочу вам рассказать, это Эсси Баттон. Я думаю, что ее очень многие знают. Но для тех, кто не знает ее, Эсси – это канадка, которая переехала в Лондон, где живет со своим парнем и с большим-большим псом по кличке Реджи. И Эсси делает в основном видео про макияжи, про обзоры косметики, но также рецепты, стиль, ну и, в общем-то, все как у всех. Но Эсси особенная, она не такая, как все остальные, она очень честная, она не боится показаться перед камерой в прыщах или с всклокоченными волосами. Мне очень нравится, как она ведет себя, насколько она искренне. И я уверена, что если вы посмотрите хотя бы одно ее видео, вы поймете, о чем я говорю, и вы точно полюбите ее.
Ну и последний канал, о котором я хочу рассказать, называется I Love Makeup. Это канал не какого-то одного блогера, это объединение разных блогеров. И он не только о красоте, он также о веселье. На этом канале выходит очень интересное шоу, которое называется The Oddest. Это псевдо-реалити-шоу. И также такая рубрика, которая называется Picture Day, где переделываются не очень удачные фотографии из прошлого. Мне нравится, насколько с иронией этот канал подходит к понятию красоты, к вот этой теме бьюти, к мейкапу. И если вы хотите посмотреть что-то очень качественное, забавное и о красоте, то обязательно зайдите на этот канал и посмотрите несколько видео. Вот такие были мои любимые бьюти-каналы с англоязычного ютуба на данный момент. Конечно, мой список не совсем полный без Заэллы, Тани Бур, Мишель Фан, которых я тоже очень люблю, но я не знаю, что о них сказать. Они просто великолепны, и этим все сказано. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, что оно было для вас полезным, что я открыла для вас хотя бы одного нового блогера, который вам понравится. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и до встречи в новых роликах!